Привет, друзья! С последними новостями из Чехии, канал Мороз Лайв. Сегодня вещаем о главной новости, которая произошла на середину декабря. Это опять же продление чрезвычайного положения в Чехии. Теперь новая дата очередная, 23 декабря. Почему не 24, не 25? Это в Чехии будет Рождество, поэтому до праздников будет чрезвычайное положение в Чехии. Что реально поменялось? Да нифига не поменялось на самом деле, все остается по-прежнему, кроме масок, кроме ограничений некоторых, опять же, все остается по-прежнему. И если сравнить тот карантин, то чрезвычайное положение, которое было весной, то сейчас, честно, это вообще цветочки по сравнению с теми ягодками, которые были весной, когда были закрыты границы, когда были ограничения на свободу перемещения людей. То сейчас этого всего нету. Двигайся, перемещайся. Единственное, что давят очень сильно правительство Чехии предпринимателей, мелких, по крайней мере, открыты некоторые магазины, некоторые рестораны, только до определенного времени нельзя им работать после 8 вечера. Но опять же, те в свою очередь протестуют, выходят на митинги, опять же, без этих масок, без всего. И вот, и там сейчас у них свои там качели, разборки, короче. Такое неприятно, честно, это наблюдать, эти штрафы, полиция, как бы шумиха такая создана, но это в основном все в Праге происходит, но там уже и полиция не может ни с кем разбираться, потому что уже реально их тоже уже все это достало, как и многих достало это правительство, которое не может разобраться еще с весны с этой эпидемией. В итоге выставляет себя на посмешище, как клоуны по всей Европе. Ну, это опять же информация от источников. Вторая новость, это никак не могут разобраться с этим налогом. Опять же, что отправили на подпись президенту, он его забраковал, отправил обратно в палату на рассмотрение. Все рассматривают, смотрят, думают, ну, в любом случае, до конца года должны отменить эту супергрубую зарплату. И будет, по сути, с нового года уже новая налоговая ставка, те же 15 либо 16% зарплаты с грубой. Ну, посмотрим, как оно будет. Никто этого не знает. Ну, а самая еще интересная новость, которую я хотел, конечно, с вами поделиться, это то, что 20 декабря у нас будет проходить стрим, прямой эфир, последний, наверное, в этом году. Будем говорить о жизни в Чехии, о еде, о быте, о чешском языке и о всем остальном, как мы 2 года живем здесь в Чехии. Поэтому всех приглашаем, всех подключайтесь. Будем рады вас видеть на этом стриме. И есть что обсудить, поспрашивать. Так что готовьте вопросы, увидимся уже в прямом эфире. Так что до новых встреч в следующих выпусках. И всем удачи, пока-пока.